Буся только что сама вылезла на ручки. Да, Сама сказала, я хочу я на подставила, ручки. Она выползла. Да. Сама поднялась снизу вверх. Она утром спала вот там вот в домике. Там постелили ей тоже. Универсальный домик-подставка называется. Да, домик-подставка. Домик-лестница. Вот, и она там спала. Я думала, что она просто не может подняться наверх, а сейчас прихожу, Костя тут с ней сюсюкается. Я говорю, ты его ее поднял? Он говорит, нет, сама вышла. Да, она пила водичку, умывалась такая, смотри. Угу. Смотри на ее мордочку. Разве по ней что-то видно, что она страдает? Нет. Это самая стойкая крыса в мире. Да. Самая крепкая. Просто не может теперь ходить ровно. Самая мягкая и самая крепкая одновременно. Ты ее держи. Не держу, куда-то ползет. Что ты ползешь? Я ее накормила вчера хорошо. Я проращиваю вот семечки и кукурузу здесь. У меня тут разные партии возле остатков пассифлоры. Бывает, конечно, и пассифлору даю. Листики, они тоже лечебные. Вот, Бусинка наелась росточков, витаминок. И сегодня она очень хорошо выглядит. Да, такой пушистик, прям такой. Да, такая умытая. Умытая, выспалась. В тепле там. Да. И такая вот сильная. Ну, ее, конечно, клонит. Клонится куда-то. Ее клонит, да? На один бок. Но она. Все, вот, она теперь уже в клеточку. Лапы у нее мощные. Да и задние работают хорошо, в принципе. Угу. И обе причем. Не скажешь, что ее парализовало обе стороны. Вот я работаю. Ну, да я вообще не парализовала, я просто. Ее ну, клонит. Постоянно. Это как не нервное что-то такое. Ну. Угу. Ну, как, типа... Она мне напоминает тетку с нашего двора тоже, которая ходит с головой на бок. Блин, ну такие вот врачи, вот умники. Я не ставлю диагноз. Не, ну просто там столько, наверное, таких различных может быть диагнозов. Я тебе просто говорю, что она мне напоминает эту тетку, которая живет напротив. Понятно. Только у той еще голова и трясется, у этой, слава богу, нет. Смотри, все равно идет на ручки. Вот надо на ручки все, что будешь с нами сегодня весь день. Будет весь день с нами. Сейчас накормлю еще. Что с тобой делать? Пойди творожочком лучше, свежим. Куки там, куки скучают одна, и холодно. Ты ее засунуть, наверное, не сможешь. А, может, она сама сможет. Давай. О, красота. Там так уютненько у них. Угу. Надо еще вот там щельку, оп, заткнуть. Да, да. Все, вообще, сквознячка не будет. А, что-то там подвинуто вообще. Все хорошо. Буся пока стабильная. Теперь она, в принципе, она сверху вниз может спускаться. Я видел, как она вчера поднималась. Угу. И значит, она сверху вниз. То есть она теперь везде может сама ходить. Покажи, она тут у нас дырочка. И они раньше сами снизу вверх поднимались, цеплялись передними лапками и залазили. А теперь Буся не может, она теперь залазит сначала на подставку, на домик этот. Да. Они раньше вот просто выпрыгивали, такие прыг в дырку и все. А сейчас, конечно, ну как, Куки так и выпрыгивает, Бусинка просто уже. Бусинке тяжело очень. Ну все, пока на этом все. Все новости о Бусинке. Состояние стабильно, покидать нас она не собирается. И мы этому очень рады. У нее как... Ладно.